Подписчики, здрасте. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В этом видеоролике мы будем чинить Dell Alienware, в который стреляли из огнестрельного оружия. Ноутбук спас жизнь хозяина, поэтому хозяин решил восстановить его. Материнскую плату я извлек за кадром. Будем считать это магией монтажа. Сначала ноутбук отвезли к пипедастрам на Савеллу, но там все пипедастры отказались ремонтировать ноутбук, за что им огромное спасибо. Итак, я начинать. Будем посмотреть, что у нас с материнкой. Сразу же в глаза бросаются трещины и сколы на процессоре. Но не по фэншую это. А мы продолжаем и начнем мы с замера сопротивлений всех цепей источников питания. Дежурка 5 вольт, замыкания нет. Дежурка 3,3 вольта, короткого нет. Эти катушки можно не замерять, это проходные элементы дежурок. Питание синхрофазотрона, замыкания нет. Питание памяти DDR4, 156 Ом. Для Alienware это нормально. Ом питания хаба. 60 Ом видеопамять. Снова нормально. 1 вольт логика видеочипа. Тоже нормально. А вот процессор из осколов придется менять. С глаз долой и сердца вон. Подготавливаем площадку для посадки процессора, залуживаем пятаки, затем очищаем площадку от использованного флюса. Кстати, спонсор сегодняшнего ролика – флюс РСА. Флюс РСА – самый охуенный флюс во всей вселенной. С этим флюсом кофе вкуснее, чем с кальвадосом. Флюс настолько хороший, что им можно паять и процы, и мазать на бутерброд. Да, прибудет с тобой сила. Неси следующую материнку. В материнскую плату попало две пули. Одна пуля повредила процессор, который мы уже поменяли. Вторая пуля уничтожила кусок материнки, на котором была ошибка. Вот этот кусок мы сейчас и напечатаем. Так и да, и такая приблуда у нас есть. Итак, я залатал материнскую плату, но камеру забыл включить. Будем считать это магией монтажа. Согласитесь, выглядит все по фэншую. Настало время проверить материнку. Наносим термопасту, собираем систему охлаждения, нажимаем на кнопочку включения.